Друзья, привет! Рада вас видеть на своем канале. И сегодня у нас будет мастер-класс по вязанию брюкского кружева. Для тех, кто давно наблюдает за этими изящными ажурами, но в глубине души уверен, что техника вязания очень сложная, будем развеивать их сомнения. Итак, для мастер-класса я подобрала вот такой вот вариант каймы. На мой взгляд, он максимально раскрывает все секреты нашего брюкского вязания. И мы приступаем к мастер-классу. Для исполнения я буду брать нитку потолще, чтобы было более наглядно видно, как мы будем вязать наши вот эти изящные петли. Итак, для начала хочу заметить, что наша кайма будет состоять исключительно из воздушных петель и столбиков с одним накидом. Итак, я начинаю, набираю 4 воздушные петли и 5 воздушных петель для подъема. Первый ряд вяжем столбиком с одним накидом. Далее переходим ко второму ряду. Здесь мы поднимаемся на 8 воздушных петель. И также провязываем второй ряд столбиками с одним накидом. В ряду у нас получается 4 столбика. Посмотрите, мы специально увеличили количество воздушных петель для подъема, для того, чтобы у нас получились вот такие вот петли с каждой стороны. С одной стороны они будут менее выпуклые, со второй стороны более выпуклые. Пять воздушных петель для подъема в третьем ряду. И 8 воздушных петель для подъема в четвертом ряду. Итак, я провязала 8 рядов столбиками с одним накидом, и как вы видите, с одной стороны у нас получаются более вытянутые петли, с другой стороны менее вытянутые. И сейчас в 9 ряду мы будем формировать за счет более вытянутых петель изгиб вот таким вот способом. Итак, поднимаемся в 9 ряду также на 5 воздушных петель. Провязываем столбиками с одним накидом ряд до конца. И сейчас мы будем формировать вот таким вот образом. Нам нужно будет собрать на одну петлю наши 4 полукольца. Итак, восьмерку делим пополам. Поднимаемся теперь на 4 воздушные петли. И вот таким вот образом соединяем наши полукольца. Далее делаем 5 воздушных петель для того, чтобы оформить внутреннюю часть полукруга вот такой вот изящной пимпочкой. Обвяжем ее столбиками без накида.
Здесь я немного соврала в начале объяснения, потому что все-таки помимо столбиков с одним накидом и воздушных петель у нас все-таки еще присутствуют столбики без накида. Итак, далее возвращаемся с помощью четырех воздушных петель к нашим столбикам с одним накидом и завершаем нашу вот эту полукруглую секцию. Друзья, далее у нас пойдет вторая полукруглая секция, но она будет смотреть у нас в обратную сторону. И для этого мы будем вязать практически так же, только с одной стороны мы будем делать наоборот 8 воздушных петель для подъема, а с другой стороны 5 воздушных петель. Итак, смотрите, было 5, теперь делаем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И продолжаем вязать по той же схеме. Итак, у нас получилась еще одна башенка из наших столбиков с одним накидом. И теперь мы будем формировать наш полукруг в противоположную сторону. Также в девятом ряду делаем 5 воздушных петель для подъема. Провязываем ряд до конца столбиками с одним накидом. И теперь поднимаемся на 4 воздушные петли. Это наша будет вот эта полупетля, полукольцо пополам. И начинаем соединять уже готовые полукольца воедино. И также оформляем внутреннюю часть полукольца вот такой вот миниатюрной пимпочкой. Друзья, я вам показала сейчас наглядно основные принципы техники вязания брюкского кружева. Конечно, для создания более сложного красивого полотна мы обязательно должны иметь перед собой схему и четко следовать ее описанию. Поэтому я думаю, что изучили вы основные понятия и принципы и уже сможете освоить более сложные моменты и фрагменты брюкского кружева. И если вам понравился мастер-класс, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного настроения!